В сезон я всегда стараюсь заготовить бруснику на зиму. Делюсь рецептом одного из своих любимых способов. Моченая брусника очень просто готовится и прекрасно хранится. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бруснику моченую на зиму. Количество сахара вы можете уменьшать или увеличивать на свой вкус. Пряности добавляйте по желанию. Можно ограничиться только сахарным сиропом. Перед употреблением бруснику лучше выдержать не меньше 1 месяца. После ее можно есть и просто так, готовить с ней компоты или морсы, либо использовать для приготовления соусов. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты. Переложите все пряности и сахар в кастрюлю. Влейте воду, доведите до кипения и проварите пару минут, чтобы сахар полностью растворился, удалите пряности, а сироп полностью остудите. Бруснику помойте и переберите, удалите все испорченные ягоды, веточки и листики, обсушите ягоду. Подписавшимся, больше вкусностей. Переложите бруснику в чистую стерилизованную банку. Залейте сладким сиропом и герметично закройте крышкой и закатайте с помощью ключа для консервации, уберите в прохладное место на хранение. Брусника моченая на зиму готова. Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Брусника 250 грамм, вода 300 миллилитров, корица 1 штука, палочка, гвоздика 2 штуки, перец душистый 1 штука, кардамон 1 штука, бадьян 1 штука, сахар 100 грамм, количество порций 2-3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Приятного аппетита, приходите еще.